Вопросы есть? Внимание! 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 Готов? Да. Внимание! Если закончил, развитие уже показать. Если разряжен контрольный спуск, открыть затвор. Закрыть затвор, ствол вверх. Время! 5.29. Слушай, где сюда, блядь? Я ж не говорю, где сюда, мальчик, блядь? Все, здравствуйте, поздравляю вас, что закончится второй день соревнований, и, соответственно, чемпионат Украины вот-вот уже на исходе, теперь у нас стадик. Наш молодец сегодня Пушкарев. Это второе место. Дешево. Хочу поздравить всех с тем, что прошел чемпионат Украины. Надеюсь, он прошел для всех вас удачно, успешно. И то, ради чего вы все сюда приехали, хотелось бы огласить наши результаты. Начнем мы с класса стандарт-мануал. Третье место в стандарт-мануале занимает
Зинченко Александр. Молодец! Также маленькая ремарочка, я разволновался, рад всех видеть. У нас присутствует наш спонсор соревнований, компания «Ibis». Она будет вручать ценные подарки. Это приятно. Второй ремень, стандарт мануал. Интрига сохраняется до последнего. Стрельцов Сергей. Победитель, чемпион Украины в классе стандарт мануал Пещенко Виталий. Ученик тренера сделал. Ребята, фотографируйте. Фотографируйте. Славы. Ходим аккуратно. Спасибо. Спасибо. Поздравляем вас. Серега, что ж ты его не купил? Он мне в Венгрии нужен. Зинченко Александр. Саня, а сумка для чего? Для денег. Второе место. Замерец Александр. Кепочка в Кременчук, второе место в Кременчук. Анька в Кременчук расслабляет потихоньку, да? Президентская, я. И первое место у нас в классе стандарт. Завоевывает, становится чемпионом Украины. Загурный Игорь. Саня, сними кепку, тогда три лысые будут. Славы, молодцы. Красавцы, молодцы. Хочу поздравить. Так, переходим к третьему нашему классу, классу Open. Третье место в классе Open завоевывает Брагинский Игорь. Васин, как минимум второй. Давид Маркович, держи Васин, а потом побежи. Второе место в классе Open. В тяжелейшей борьбе завоевывает Кленов Олег. Единственный иностранный стрелок. Молодец! Игорь, я ничего не понял. Мы так не договаривались. Ученик должен быть. Толкни его. Сколько ты оторвался от меня? И первое место занимает Васин Виталий. Это молодец! А этого не толкайте, не надо! Теперь держите Давида Марковича, бо он сейчас убежит. А уже не убежит, Молодцы! Молодец, Виталька! Ну,
Інсайдер, аутсайдер, точніше. Молодці! Руки вверх! Що, фінальне слово? Всем спасибо, до нових встреч. Спасибо. Все, пішли. Розбіжались, да? Саня, одягай.